Приятного времяпрепровождения. С вами, как всегда, Козел Альпийский. Снимаю я в теплый солнечный день, снимаю, что у меня там творится на моем поле. Так вот, через забор поднимаю. Должно быть видно, что там за забором происходит. То есть поле мое все оттаяло. Лес уже тоже весь оттаял. Звери сейчас не очень хотят сниматься, они сейчас гуляют, они рассредоточились по территории. Солнце, когда выглядывает, звери становятся очень активные, не могут так просто стоять, есть это самое, кому больше всех хочется есть, те едят. А в основном, основная масса, они сейчас тусуются скажем так, в другом месте. Так что вот так.